Существует практика размещать в одном учебном заведении 2, а то и 3 избирательных участка. В школе по адресу Толстого, 54, разместились 512 и 510 пункты голосования. Ну, вообще-то, это обязанность любого человека голосовать. Самое главное, чтобы вот у людей все было хорошо. Один из участников голосования добирался до избирательного участка буквально со скоростью ветра. Известный приморцам Пиратыч и его группа поддержки не прошли мимо выборного сражения. Пусть это и не хоккейная коробка, а кандидаты соревнуются не в количестве заброшенных шайб. Чтобы пройти верификацию, известный талисман приподнимает маску. Несмотря на рабочую пятницу, жители Владивостока продолжают приходить на избирательные участки. Воспользоваться своим гражданским правом решил и талисман хоккейной команды «Адмирал». Только вопрос такой, как будете подписываться, как гражданин Российской Федерации или как пират? Паспорт у меня один, выбор я уже сделал. Оказывается, даже у пиратов в почете голосовать на выборах. Лада Мещ, Евгений Лихачев, «Панорама».